Лодка-спутник Донни. Отбирается, догнала. Лодка с оборудованием и компрессором. Швартуется к основному кораблю. Небольшой мини-обзорчик Донни внутри лодки спутника дайверского корабля. Значит, вот так организовано внутри пространства. Стоят баллончики прикрепленные по бокам, оборудование прикрепленное, вот, чтобы откачки не отвалилось. BCD. Снизу ящички, там всякая мелочевка, ласты, боты и прочее прикрепленное. Пожалуйста, вот тут уже все готово к утреннему дайву. Сейчас по Москве 4:25, так что это, скажем так, утренний обзор. Вот. Ну, здесь вот находится лесенка подниматься. Она опускается на блоке. Компрессор, точнее их два, рабочий и резервный. Ну и тут туалет и рабочее место капитана. В принципе, лодочка небольшая, она отходит от основной лодки. Основная лодка швартуется где-то в удобном месте, чтобы не качало. Это с другой стороны тоже два выхода. А Донни уже сквозь рифы с небольшой осадкой пробирается и забрасывает дайверский, так сказать, отряд. И потом она же и собирает. Ну, в принципе, есть лестница на второй этаж, туда никто не лазит, днем жара. В принципе, вот такая вот незатейливая лодочонка. Организация информации, информационная доска. Значит, дата понятно ставит какая, когда встаем. Время дайва прописывают. Ограничение, максимальная глубина, время по дайвингу. Остановка безопасности 5 метров. Гиды, имя, Ая и спада. Ну, Wi-Fi кому надо и так далее. И здесь пишут по порядку места, где ныряли. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Какие дайвы, где по очередности были, чтобы можно было записывать в логбук. Ну и карта маршрута, как мы прошли. Вот в Мале, чуть-чуть по южному Мале прошли, потом сюда Южный Мале, а вот это вот Северный Мале, Южный Мале, дальше переход между атоллами. Вот здесь нас покачало немножко,
сюда, наверное, не доходит океанская волна, но все-таки пространство здесь порядка, может быть, километров 40-50 здесь волна появляется. И дальше вот по Северному Ариатолу прошлись на юг, на юг, на юг, на юг. И вот здесь вот в самой южной точке вышли. Китову увидели, акулу. Дальше здесь поныряли, прошли, прошли. Южный Мале и вернулись в порт. Вот такой кружочек. Ha ha ha.